Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить творожную запеканку. Быстро, просто и очень вкусно. Все ингредиенты вы увидите в описании под видео. В творог добавляем сметану, сахар, яйца и все хорошо перемешиваем. Затем вводим муку и снова перемешиваем. Форму смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. Разравниваем и ставим в разогретую духовку до 170 градусов на 40 минут. Готовой запеканке даем немного остыть и можно кушать, полив ее сгущенкой, сметаной или джемом. Всем приятного аппетита! Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, отзывы пишите в комментариях. До новых встреч! Всем пока!